Среди награжденных – генеральный конструктор одного из предприятий республики Владимир Кабаков. Отныне заслуженный работник промышленности Чувашии. Накануне с ним познакомились мои коллеги. Владимир Кабаков конструирует тяжелые машины уже более 30 лет. В свое время молодой парень по стопам родителей поступил в Нижегородский политехнический институт и сразу попал на производство. Тогда, в 78 году, он и не мечтал стать генеральным конструктором. Сейчас, спустя столько лет, с уверенностью можно сказать, что выбор был верный. Для Владимира Николаевича создание машин – это не только увлекательный проект, но и командная работа. Вся работа была с тех времен, в общем-то, интересной. Создание машин начинается с конструктора. Потом это дело подхватывают технологи, производственники. Потом машина отправляется на испытания в разные точки страны и иногда даже за границу. Работу Владимира Кабакова нередко отмечали наградами разного уровня. Но для него важнее всех поощрений – запуск новой машины в производство. Трудолюбие и сохранение традиций машиностроения – две составляющие его успеха. Выдающегося конструктора ставят пример молодым специалистам. Владимир Николаевич охотно делится с ними профессиональными секретами. Во-первых, я считаю, что они должны идти по своему интересу. И второе, что все начинается с малого. Может быть, лучше пойти где-то меньше зарплата, но перспектива выше. И где больше получишь знаний. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.